Ну что же, с вами, как обычно, я Лео Плей. Да. Я прыгаю впервые на видео в Portal Vent. Страшно. Но очень интересно так. Где я? Так, черт. Где мои блоки? Так. Быстрей. Так, вот так вот как-то. Так. Давайте-ка... Я сейчас здесь убавлю звуки, потому что мне страшно. Так, ладно, все. Не сым. Потому что это... Какая-то жопа сейчас происходит. Так. Есть! Я добрался, ха-ха. Вы думали, что я никогда не доберусь? Нет, я добрался. Я слышу, как будто кто-то рычит. Так. Добудем. Вот ента, вот. Что из этого можно сделать? Так. Допустим. Вот как-то так. Так. Это у нас... Ого! Это у нас эндерные руды. Ладно, я их потом пережарю, когда я смогу. Так. Слышу эндер-дракона, но не вижу. Странное явление. Про дракона. В этой сборке даже эндермир обновленный. Поэтому это будет достаточно классно. Классное приключение. И в этой серии мы с вами убьем нашего первого оборотня, потому что у нас есть сильвер с меч. Да. Это что такое? А, это... Даймонд переводит же как алмазы, поэтому это, можно так сказать, крайские алмазы. Алмазы, которые в краю. И, как по мне, никогда не выберусь отсюда. Ладно, я к вам уже вернусь, когда я выберусь. Итак, мне так кажется, что я добыл немножечко лазурита. Да, это тоже... Я был прав. Ха-ха. Из этого вроде как можно сделать даже алмазы, но я не уверен. Так, это что-то новое. Так, возьмем, пожалуй. Так, вот хрен-то вот все сюда положим. Так, вот как-то так. Давайте-ка. Где дракон? Господи. Ну, я, в принципе, сейчас невидимый, поэтому можно не какать. Когда я буду видимым, то можно будет бояться очень сильно. Потому что мне немножко страшно, потому что это только 18-я серия, я уже в краю. Как так? Это какая-то гиперактивная серия. Гиперактивный летсплей. Так. Так. Надеюсь, что он меня не видит. Оу, май! Так, у меня есть ведро воды. Будем использовать популярные тактики майнкрафтеров. Так. Как-то так... Ааа, боже мой! Что-то сломалось. Страшно-то как. Так, добудем этот обсидиан. Это будет долго, но это будет весело. Но это будет скучно, но это будет весело. Так, если что, то это реально мой первый раз, когда я убиваю дракона в записи. Так, делаем как-то так. Так. Yes! Минус кристалл. Не, ну таким образом я буду долго мочить эти кристаллы, поэтому берем лук, если он у меня вообще есть. Так, допустим... Что сейчас произошло? Я не понял. Так, у меня есть... Ничего! Господи. Что меня избивают? Меня бьют. Меня хотят сбить. Эндер-драконы. Какой ужас. А, у меня есть лук. Все. Фух. Можно не какать. А вот теперь реально страшно. Так. Спускаемся. Где он? Ай. Ай-яй. Ян-то больно. Мне. Да чё меня избивает? Я буду через обсидиан идти. Я к вам уже вернусь, когда я... Уже убью этого дракона. Ян-то было потно. Yes. Новое достижение. Куда?
Столько левелов. Пипец. Главное не умереть с такими левелами. Yes. Минус дракон. Так. Так, ладно. У меня есть факелы. Вы знаете, что я сейчас буду делать? Тан. Таран. И... Та... Не вышло в первый раз. Получится во второй. Да? Ведь так у нас все бывает. Так. Давайте-ка сейчас вот как-то... Как-то так вот. Нет. Как-то так. Или как-то так. Блин. Непривычно, потому что я все время нахожу драконов, а тут надо его украсть. Ха-ха. Так, все, ломаем этот блок. Yes. И новое поколение. Когда? Будет неизвестно. Так, книга края у меня здесь есть. Так, дубовый сундук. Вот так вот, так вот, так вот. Так вот, так вот, так вот. И как-то так вот, так вот. И да, все эти окоэндеры я находил в предыдущей серии, то есть в 17-й. Еще здесь есть эндермены, у которых почему-то синие глаза. Вот видите? Видите? Страшные люди. Ну, в общем, давайте-ка раз, два, три, бежим туда. У-ху! Ну, я к вам уже вернусь, когда титры пройдут. Потому что они длинные. В общем, раз, два, три. Так как титры закончились, я уже с вами. Да, в общем, это было довольно-таки интересное приключение для меня. Ну, а теперь нам пора убить нашего первого оборотня. Так как, поскольку у нас есть... Сильвер Свор, то есть меч серебряный. Поэтому, Свен, ты представляешь? Он вообще в шоке. Поэтому нам надо стекло. Для чего, спросите вы? Для того, чтобы взять кровь у оборотня. Где мой питомец сундук? А, вспомнил. Все. Без паники. Все в порядке. Блин, питомец сундук — это какая-то адская вещь. Я боюсь таскать ее с собой теперь. Не знаю почему, но боюсь. Так, ладно, все, ешь. Красиво. Так, переплавим здесь прям все. Так, ну а теперь нам осталось только ждать. Лишь одного. Пока он слезет с этого сундука сам по себе. Так, у меня здесь нету угля. Геноцид угля. Поэтому мы будем пользоваться досками. Гениально, я считаю. Это у нас... А, это у нас лапис лазурь, поэтому не надо. Надо что-то более экзотическое. Так, это у нас... Я не знаю, что это такое, поэтому я это хочу взять. Так, вот это вот. А, это железо. По-моему, или я слишком хорошо начал разбираться в английском. Так, ладно, даймонд, пожалуй, пережарим. Блин, я тупо просрал много дерева и все. Больше ничего я не сделал за этот выпуск. Так, ну, в принципе, нам нужно стекло. А для стекла нам нужно что? Правильно, песочек. Немножко лагает. Но ничего страшного. Так, ладно. В этот раз я не буду к вам уже возвращаться. Ну, вы такие, в смысле? Как же так? Так, ладно. Я бы хотел бы сказать лишь одно. У нас дракон... Просто пушка из чудес. Так как поскольку мы его за все эти 18 выпусков вырастили. Так, у меня есть яйцо дракона или его нету? Блин, столько всяких
Господи, меня все пугают, ну блин, какой ужас. Так, книга края, здравствуйте. Мир края, существо, предметы. Разблокируйте элементы. 1/12 из 22. Какие элементы, я не знаю, если честно. Но давайте-ка мы сейчас проверим. Так, ты у нас кушац, ну, так, не хочешь. Поэтому мы тебя покормим. Так, ладно, кормись, дракончик, большой или маленький. Так, а я к вам уже вернусь через 3, 2, 1. У меня все достижения из-за Freight of the Dark почему-то скинулись, алло. Чё за фигня? Не понял я ничего, если честно. Так, у меня есть кости, это раз. Поэтому я могу сделать себе много всяких прикольных приколюх. Ненавижу питомец сундука, я его хочу сжечь теперь. У меня бесит. Из-за него у меня все стерлось. Да, в общем, все. Вот это вот я, пожалуй, все. В жопу это, короче. Я это хочу. Он еще и проголодался, все. Иди. Вот. Вот. Я его хочу его сюда положить. Нельзя. Жалко. Из него все просрал. Все мои достижения прокакались. Снова и снова. А, какой ужас. Я просто в шоке. Фух. Ян-то больно осознавать. Но мы, как-никак, выполним все эти достижения через 3, 2, 1. Итак, я все изучил. Ну как все? У меня произошел типа баг, и у меня типа все сбросилось, но потом я все снова нашел, добыл это астральное серебро, сделал себе. Я не делал себе новый меч. Сразу говорю, я просто сделал все, что нужно, и все. Да, кстати, портал Вент находится близко к порталу в. Короче, портал Вент почти около моей хаты. Ну, как почти. Вот столько метров это. Можно назвать почти. Так, телепортируемся на данж 1-1-1. Так, где? Ну, в принципе, вот, если на данже 1-1-1. Так вот, все прогрузилось. Я сейчас попробую Вервульфа. Да, его так называют, я это знаю. Так, пожалуй, добудем здесь самое обычное дерево, потому что я уже устал делать всякий понос, который помогает мне сделать что-то поистине неестественное. Астрал серебро. Астральное серебро. Вот это название. У разработчиков Afraid of the Dark очень большая фантазия. Этот мод, если честно, очень старый, но он собрал только 3000 просмотров. Хотел сказать просмотров, но вот этих вот. Как их там называют? Скачивание. Во! Точно. Уже забыл все. Бывает. Что сказать? Так. Я не допущу никогда больше такой ошибки. Так. У меня все на месте. Фух. Боже мой. Это лицо как будто... Не астрономик какой-то лосяж. А какой-то ужас. Так. Давайте-ка, пожалуй... А тут... Там нету оборотней вот этой вот гниды этой. Я буду называть этих оборотней страшными существами. Потому что даже из Howling Moon они не такие мощные. Хотя мод Howling Moon это про оборотней. Прям от дна и от самого начала. Так. Я вообще не лодку хотел скрафтить. Я хотел скрафтить бутылочки. Так, поскольку я посмотрел обзоры модов и кучу себе много всяких вещей проспойлерил просто. Вот такой вот я спойлермен. Так, сделаем, пожалуй, как-то так вот. Как-то так вот. И, в принципе, все. Готово, я считаю. Или у меня все достижения сбросились из-за того, что я, типа, в краю побывал и, ну, типа, такого.
Короче, я не знаю. Я боюсь нападать на оборотня. Они, во-первых, выглядят немножко страшно. Ну, не знаю, почему мне так кажется. Они какие-то стрёмные, как по мне. Так. Иди сюда, вервольф. Тебе хана. Так. Все. Иди сюда. Собачки. А где собачки? Не понял. Я... А вот и собака. Так, yes! Наконец-то! Я бью его более-менее окей. Но все равно как-то слабенько. Так, собака. Забивака. Ау! Ты где? Неужели? А, во-во-во-во-во. Вон этот хищник. По ступеньку. О, какой интеллигентный мальчик. Интеллигент. Ауфер. Так. Минус. Хе-хе. Я умён. Вервольф. Кровь. Кровь оборотня. Хе-хе. Я умён. Мне есть IQ. Видите, какой я полезный сегодня. Этот меч не тратится? Я думал, он тратится. Вот это оружие бога. Подождите, а здесь написано? Нет, здесь не написано, что это бесконечное применение. Здесь даже написано, что только 7 урона и все. Так, что это такое? У-у-у. А как это крафтится? А, вот как это крафтится. А уферы, вам сегодня капец. Хана, моча. Да, вот так вот это все у нас будет происходить. Так. Что здесь у нас происходит вообще? Я не понимаю, что во Fate of the Dark какой сюжет. Ну, я понимаю здесь какой сюжет. Ну, более-менее. А то... Здесь, кстати, вопросы. И когда мы убили оборотня, это на самом деле его кровь. Как мы его кровь подбирали? Мы типа вампиры, что ли? Вампиры против оборотней. Я всегда думал, что оборотни сильнее. И думаю до сих пор. Я думаю, что я просто подобрал как кетчуп, просто вот так вот. Да, вот так вот. Как-то так. Все, я теперь не боюсь этих гнид. Я их буду называть теперь гниды. Они страшные овощи. Так. Идите сюда. Глисты. Волчий понос. Иди сюда. Блин, я боюсь к ним идти. О, молодец! Молодец! Собака! Уф! Безумно можно быть последним. Так. Два уфера, так нечестно. Почему я до сих пор тоже стал не вервольфом? Было бы прикольно, если бы я был бы вервольфом и бил вервольфов. Вы должны превратиться в поциков, кстати. А, уже ночь наступает. Так. Так. Ну, более-менее нормально дамажим. Поэтому... Можно считать, что у нас есть небольшой успех в убийстве всяких ауферов. Так. Удар. Минус один. Минус второй. Сейчас будет минус второй. Наши первые убитые оборотни более-менее нормальны. Так. Yes. Минус вервульф. Так. Где берег? А, вот. Мини-берег. Смотрите, какой милый. Какие милые рыбок, мы не будем трогать. Рыбки хорошие сегодня. Пока что хорошие. Но в следующую ночь они будут просто... Рар! Дикие монстры. Так. Стекло, стекло. Раз, два, три, четыре. Да блин! Надо мной все рофлят. Постоянно. Даже Майнкрафт уже такой... Ха! Ну, как бы... ты просрал свой верстак, дружище. А, нет, я все, я его нашел, да. Я вроде как думаю, что здесь, я знаю, что здесь вроде как один босс в таком глобальном моде. Это прям мод из модов, как Divine RPG. Даже круче, потому что в Divine RPG там надо самому что-то разбираться, а здесь тебе все дают, объясняют сами по себе. Так, я ничего не имею против Divine RPG, классный мод, да. Рили. Так, нам нужны колбочки.
стеклянная серия, я вам так скажу. Так, колбочка по факту. Так, ну, в принципе, нормально. Так, где моя лопата пенсионера? Так, вум. Все, песочек добыт, а вот печку добыть сложнее. Так как, поскольку я завис. Так, ладно, а, все, со мной все в порядке. Так, добываем верстак топором рыцаря. Потому что мы все думаем, что рыцари пользуются топорами из-за того, что они пользуются топорами. Логично, я считаю. Так, пожалуй, вот эти все вейпоинты, вот это вот хе-хе-хе. 1000 метров до портала Вент. О, боже мой, капец. Так, ладно. Вот это вот хе-хе, хе-хе, да, вот это вот хе, это типа такой хе. Я одолел вервольфов, хе. Я выбил астрал серебро, хе. Хе-хе. Да-да. Вот именно это все так и происходит. Так, где мой уголь? Неужели вы хотите сказать, что я бомж на уголь? Капец. Мне даже алмазов больше, чем угля. Где-то здесь есть подвох. Будем жарить, как древние люди. Через верстак. Да, мы будем жарить верстак. Почему бы и нет? Так, вот у нас будет тройной Гоша верстак. Но я пользуюсь постоянно этим. Но буду пользоваться и этим, и этим, и этим. Так это у нас будет, пускай это у нас будет верстак Сивена вот тут вот. Потому что он ленивая жопа и сидит почти на наковальне. Вот. Кто сломал наковальню? Кто сломал наковальню? Кто сломал наковальню? Он не отвечает. У него такое милое лицо, поэтому его бить нельзя. А то сожрёт. Свен, а на тебя действует серебро или нет? Будешь чихать? Это ответ. Впервые он мне ответил. Обычно он неразговорчивый. На этот раз он заболтал. Всё-таки Свены, как-никак, это родственники этих вервольфов. Ну, как сказать? Свен, по факту, и так вервольф. Только более добрый и мимимишный. А вот эти вот черные овощи, которые на нас нападали, и мы их мочили вот несколько минут назад. Или минуту. Кстати, да. Чё я отсюда не возьму? Это что, это кровь вервольфа? Или, о, боже мой, страшное явление. Так, ладно. На этом у нас сегодня, кажется, все. Всем спасибо за просмотр, всем встречи, всем пока.